где их взять убили? В таких количествах. Потом она достаточно пластичная, глюкозная. Она очень неплохо себя ведет. Очень неплохо. Проверенная. То есть она не хуже импортной бумаги. Естественно, бумага, причем достаточно длинная, вот быстрая, то есть она Потом, если печатать на офортной бумаге, да, то тогда уж надо все делать правильно. То есть эту бумагу рвать, да, не резать ни в коем случае. Да. То есть резать бумагу значит, ну, насилие на ней произведено. Да. То есть бумагу порвут, да, чтобы был естественный... На книжечке тоже, на офортной бумаге сделано. На госнаписи. Нет, тоже не на офортной. Потому что тоже как бы политические такие. На другую. Потом, чтобы сушить оттиску, уже офортную бумагу вот так непозволительно также не клеить. Потому что ее нужно естественным способом сушить, прокладывая картоном или специальным картоном. У нас тоже этого картона нет. То есть нужен специальный прокладочный картон, который через торцы свои влагу из бумаги уводит. Ну, много всяких причин, почему на этой бумаге. То есть технология уже просто отработана? Да, уже технология годами, то есть нравится на ней работать, никаких она нареканий не вызывает ни со стороны заказчиков, скажем, меня тоже устраивает вполне. Все разрешение, все Ой, простите. Ну что, давайте покажу вам.